Всем привет! Сегодня я сыграла катку, которую, казалось бы, невозможно выиграть. Началось все с того, что я хотела сыграть конкретно на ВИЧ-докторе. О, пятерка выпала. Как раз я на ВДЖ уже хотела. Но, к сожалению, мне его не дали. И, как оказалось позже, это сыграло мне на руку. А все потому, что мой тиммейт не выдержал натиска врагов. А как мы все знаем, люди в доте слабохарактерные, поэтому мой тиммейт решил просто ливнуть. Поэтому Верка, которая в любой момент может выйти в кора, подошла очень кстати. И, к счастью, мне очень повезло с командой, поэтому каждый игрок в моей тиме пытался победить. Так что, кто хочет посмотреть, как выиграть катку вчетвером, приятного просмотра. Бля, быстрее. Сука. Блин, я хотела... У меня, короче, ничем не захотелось снова поиграть. Но у меня все в бане, на ком я хочу. Блин, это что за дела? А, у него, блин, зря походу мы их разозлили. Ух ты. Только я не успела вовремя стики нажать. Я сейчас умру! Развели меня как дешевку. Леденящий факт, тебя убили и умерла. Так, ладно, я, наверное, отведу крючочку. Блин. Закупиться перед смертью. И не связала. Боже, что-то у нас вообще все в говне, если честно. О, у нас рожу забираешь. Да. Лол. А, у нас же Ега еще была. Изи. Не изи. Интересно, там стыд все еще. На циенке. Уходим. Блять, я еще закупиться что-то забыла. Блин, я сейчас умру. Разультилась. Ёпта. Хоть Сэмка-то умрет, я надеюсь. Хотя у нее там глиммер. О, хорош. Ну, реализовал ПТ-ку. Офигеть, у него урона. Все, я верю, короче, в победу, потому что у топ-ларки как-то много урона. А, у нас чел вылетел. А давно? А кто возобновляет игру? Ну, у нас чел вышел. А, он полностью ливнул? Да. Охуеть, вот сука, а. Прикиньте, ливнула. Давно он ливнул, а то я что-то даже не видела. Все, я больше не верю в победу. Я что-то... Блядь, какого хуя он охуел? А когда он ливнул? Не, я буду до конца. Если бы это был паблик, я, может быть, бы и ливнула. О боже. О боже. Я ливаю. Да сука, ну, чего они ко мне вышли?
Круто играешь, стараешься и прикладываешь максимум усилий для победы команды, жаль для вражеской. А начиналось так красиво. Это меня на молнии. Я собираю молнии не потому, что я так хотела изначально, а потому что, ну, у нас сейчас 4 человека, и мне тоже нужно выйти кором. Правильно? Правильно. О боже. Ага, вот так вот. Оп-оп-оп. И пошла. Пошла, родимая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас произошло? Да господи, бля. Беги, родная. Пустите быстрее. КД ошлись. Смотрите, как выжила. Развела на все скиллы. Как же легко. Слар под нами. Кто не с нами, тот под нами. Он же без ультимейта. А где Цемка? Ох, точно. Оп! Видали? Дабл килл. Да заебал. Хорош. Боже ты мой! Сики! А! Блять, нас разъебали! Уха! Дефаем, дефаем! Хорош, пацаны! Хороший ульт, реализация отличная. Боже, боже мой! Хорошо. Боже, так повезло, просто повезло реально, что мне шаман предложил свапнуться, что мне забанили героев, на которых я хотела играть, потому что если бы я пикнула что-то другое, от меня импакта было бы в 10 раз меньше. Нет! А у него вся команда отошла, смотрите. Блять! Ладно, там миссует чувачок. Я третий прожала. О, смотрите, как хорошо получилось. Боже, отлично, отлично. Смотрите, как ебион. Хорош. О, боже, мы это выиграем? Мы это выиграем? Ё-моё, смотрите, мы это выиграли. Вот ДК, сука, тильтующий, прикиньте. Ну, ладно, возможно, если бы он был, мы бы проиграли. Всем лайк, кроме ДК, блин, ливнул, козёл. А мы молодцы. А молодцы что делают? Убеждают катки. Если обычно вы не доигрываете до конца и становитесь в амулет, я надеюсь, я хоть немного замотивировала вас играть до конца. А кого не замотивировала, надеюсь, вы не будете попадаться мне в катках и не руините как ДК. Но в любом случае, всем спасибо за просмотр.
Я очень рада, если вы досмотрели это видео до конца, и также буду благодарна, если вы поставите пальцы вверх и напишите комментарий. Это очень сильно поможет для продвижения моего видео, а также замотивирует меня снимать видео дальше. Всем до встречи!